стало известно о страданиях Киркорова из-за ухода Пугачевой к Галкину. Певец Филипп Киркоров рвал на себе волосы и угрожал самоубийством из-за ухода Аллы Пугачевой к пародисту Максиму Галкину. Об этом стало известно из передачи телеканала НТВ. О состоянии Киркорова после разрыва с Пугачевой рассказали коллеги и бывшая домработница артиста. Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой. «Уехать за границу, падучую падал», – вспомнил режиссер Александр Левшин. По его словам, Пугачева читала письма Киркорова, плакала и говорила: «Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки». Певец Николай Басков отметил, что Киркоров очень переживал из-за расставания, но старался скрывать это и держаться молодцом. Филипп, как говорится, мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой. «Я говорю, Филипп, уже все, все уже». Но он думал, вдруг вот они, Пугачева с Галкиным, расстанутся, и он будет все равно с ней, сказала домработница Людмила Дородного.